Всем привет! Сегодня я покажу, что такое магнетрон в судовом радаре, зачем он нужен и как его заменить. Представьте, вам нужно сделать фото в темноте, а фотоаппарат у вас без вспышки. В результате ничего не видно. Вот магнетрон – это та самая вспышка для радара, только вместо света – мощные импульсы микроволн. Как это работает? Магнетрон генерирует импульс, короткий, но очень мощный. Антенна радара стреляет эти импульсы в сторону горизонта. Волна встречает объект, например, другое судно, берег или буй. Часть энергии отражается обратно в сторону радара, как эхо. Антенна радара слушает это эхо. Радар рисует точку на экране на соответствующем расстоянии и направлении. Меняем магнетрон, когда дальность падает или появляются пропадающие цели. Ну или на практике, когда позвонят с мостика. Делается это так. Первая безопасность. Отключаем питание и убеждаемся, что нет остаточного заряда. Открываем кожух. Отключаем кабеля питания и фишки соединения. При необходимости достаем сердцевину. Аккуратно вынимаем старый магнетрон. Теперь ставим новый. Сверяем маркировку, она должна совпадать. Ставим на место, закрепляем. Есть два варианта. Крепление под клемму или с помощью паяльника. Подключаем кабеля и фишки. Если есть уплотнение, проверяем герметичность. Закрываем кожух, включаем радар. Смотрим, антенна крутится, цели видны, ошибок нет. И напомним, если использован последний запасной магнетрон, сразу заказываем новый. Вот так просто меняется магнетрон. С вами был Олег Воркс. Пусть ваши радары всегда видят все, что нужно.